набережной. Обратите внимание на эти перламутровые переливы реки и неба. Это абсолютно... Здравствуйте, господин Куро. Понимаем? Дальше. Это вид с холма Тракадера. Кто бывал в Париже, тот понимает, что уже совсем другой вид сегодня. Совершенно все другое. И более того, когда мы говорим вид с холма Тракадера, расстояние кажется другими. Когда смотришь на... Так это же ближе в 100 раз, да? Ну, вот иллюзии. Дальше. А это ее сестра, которая вышла замуж. Она так же, как Берта Моризо, была талантлива. Так же, как она училась у Каро. Так же училась у Эдуарда Мона. Все так же. Но когда она вышла замуж за морского офицера, тот ей сказал, какое искусство вообще? Кухня, церковь и дети. И она перестала писать. И вы видите счастливое, в кавычках, лицо этой женщины. Дальше. Это она со своей дочерью на балконе, уже в такой абсолютной манере, свободной, когда лицо лепится из 2-3 мазков, она пошла вперед импрессионизм. То есть она уже ближе к тому искусству, которое Сезанн, которое Ван Гог, к постимпрессионизму, конечно. Дальше. Дама перед туалетом. Ну, это прелесть, прошу. Это прелесть. Это мог бы написать Дега. Да? Дело в том, что на первой выставке, вот той знаменитой выставке импрессионизма, которая была в 1974 году в ателье Надара, когда их вообще впервые назвали импрессионисты, впечатленцы, когда этот термин был уничижительный, Берта Моризо показала 9 картин на фоне Ренуара, который 5 или 6 картин показывал. Почему так много? Потому что она была уверена в себе. Почему ее никто не ругал, всех поливали грязью и дерьмом, а про Берту Моризо никто не сказал плохого слова? Скажите мне, почему ее никто не сказал? Ну, папа. Ну, она была молода, она была женщина, что с ней? Это правильно, но это не главное. Ее учил корову. Да, ну, короче. Ну, здесь уже коротко, есть. Нет, ну что вы, перламутровая тона. То есть поднять руку на ученицу коров, да вы что? На мэтра никто не видел. Никто, никогда. Дальше. И вот ее любимый, уже любимый муж Эжен, преуспевающий адвокат, который абсолютно ее обеспечил так, чтобы она не знала ни в чем проблем, и их общая дочь. А поскольку... Теперь возвращаемся к наследству. А поскольку картины Эдуарда Мане не могли перейти к брату его жены, куда они перешли? К его родному брату. Первая линия наследников. А от его родного брата куда они перешли? Дочери. Дочери. Таким образом, все богатство досталось этой малютке. Интересно, правда? А он не мог написать завещание на... Он же женился вроде как на Сезанне. И что? Но он же брат. Все равно он же записан по метрическим документам. Вообще другая фамилия. Все говорит. Да. Это брат? Я была поменять. Брат жены. Кто он? 10-я вода на киселе. Он не прямой наследник, он не сын его. Понятно, да? Ну и, наконец, подступаем к монстрам. Фрида Кало. Вы знаете, вот что меня поразило больше всего? Чисто искусствоведческий момент, который, конечно, вы, может быть, так и не поймете, почему я так на это остро реагировала. Но я попробую объяснить. Когда Андре Бретон это человек, благодаря которому появился стиль сюрреализм в искусстве. То есть он основоположник этого стиля, хотя он был не художником, а был
человеком, который занимался психиатрией, причем психиатрией пограничных состояний. Он работал санитаром в психиатрической больнице в Париже. Вот Андре Бретон сказал, что Фрида Кало потрясающей силы сюрреалистка. Потрясающей. Об этом прочла сама Фрида Кало. И сказала, надо же. Если бы Андре Бретон этого не сказал, я бы не догадалась, кто я на самом деле. С моей точки зрения, как специалиста, она, конечно же, примитивист. Она никакая не сюрреалистка. Но что-то было такое в хрусталике глаза Андре Бретона, почему он решил причислить ее? Потому что у нее очень много символов. Потому что у нее, когда она пишет свои автопортреты, всякий раз ищи двойной, тройной, иногда пятерной смысл. Но, родным мои, жалко, что Андре Бретон не дожил до Марии Примаченко. Чтобы он про нее сказал. Гипер-мега-сюрреалистка. Понимаете? Хотя на самом деле это примитивное, конечно же, наивное искусство. А рассказывать про Фриду Кало надо с того, чтобы сразу, так сказать, удар по печени нанести. Значит, она была матершинница страшная. Она была... То, что вы пивуха в Мексике, тем никого не удивишь. Она, конечно, мексиканка такая натуральная была. Значит, она происходила из семьи, где была очень интересная такая гремучая смесь. Папа еврей, мама испанка. А жили они в Мексике. То есть, понятно, да? Все вместе. А она была бисексуалка. С одинаковым жаром отдавалась и мужчинам, и женщинам. Среди ее любовников был Лев Троцкий. Она его приютила в своем голубом доме, когда Троцкий сбежал из России. Она была коммунистка. И вообще трудно сказать, кем она не была в этой связи. Абсолютно скандальная дама, которая, хочу я вам сказать, ее жизнь не щадила, и она не щадила никого вокруг себя. Но человек удивительного мужества, удивительной силы характера и силы духа. И я бы так сказала, что, наверное, мы бы сегодня о ней не говорили, если бы не вот это потрясающее внутреннее наполнение этой женщины. Дело в том, что в юном возрасте ей было, по-моему, еще не исполнилось 18, но полных ей было 17 лет. Она попадает в чудовищную автокатастрофу. В результате этой автокатастрофы у нее ломается в нескольких местах позвоночник. Ее насквозь пронзает железный прут. Пронзает матку, от чего она никогда не смогла иметь детей после этого. Дробится на 11 частей нога. А до этого она в 6 лет переболела полимиелитом. И у нее одна нога была короче другой. И одна была нормальная нога, а другая маленькая, как тростиночка. И вот врачи говорят отцу, что мы... не уверена, что ей удастся выжить, но будем делать все возможное. И она остается в недвижимости большую часть года. Может, даже больше года она была прикована к постели. И однажды, когда отец очередной раз пришел ее навестить, то есть Яку было в этот момент уже 18 лет, она говорит, папа, принеси мне альбом кисти и краски. А во второй приход она ему говорит, принеси зеркало и повесь его над кроватью. И она начинает рисовать и писать свои автопортреты. Ни у кого не училась. То есть вот это все, что мы видим, это мы видим творчество человека, у которого не было учителей, которая сама себе учитель.
и на бесконечное количество автопортретов, я бы так сказала, Фрида Кало — это мастер автопортретов.